Ну, по всей серии хочу сказать, что первую игру мы немного провалили. Я думаю, что давно не играли. Перед своими болельщиками хотелось выглядеть лучше. Но, возможно, ребята перегорели. Но во вторую игру собрались, вы сами все видели. Полная отдача ребят была. Выиграли. Ну, а сегодня была отличная игра в исполнении команды. Как-то повлияло то, что Мэтт Далтон травму получил и вторую и третью игру не играл? Ну, в прошлом году в плей-офф мы с ними играли, как раз обыграли три игры, которые играл Далтон, поэтому я считаю, что просто ребята отработали на пятерку и заслуга всей команды. И спасибо болельщикам за поддержку.